И следующий у нас получится Милая Шахтера. А, Миля Шахтера, господи, Милая Шахтера, говорю. Поехали. Поехали, Миля Шахтера. Один этап. Убираем нашу машинку. О, поехали. Идеальный старт. Вот здесь мы должны выиграть. Ох-ох-ох-ох-ох, нифига. Аккуратненько, аккуратненько. У меня здесь как бы не всегда получается почему-то. Ох ты, ё-моё, чуть не врезался. Здесь как бы карта интересная. Но меня этот регат опережает. Вот, аккуратненько спускаемся вниз. О, смотри, он перевернулся. У меня есть хороший шанс у меня есть все-таки выиграть. Ух ты, да что там за фигня была сверху? Вот можно было головой хорошенечко стукнуться. Ну все, проезжаем. А, нет еще. Ого-го-го-го, чуть тут надо аккуратненько. Чуть головой не стукнуться. Бензик заканчивается. Нет. Давай. О, все. Меня спасли монетки, ребята, конкретно причем. Конкретно меня спасли монетки. А в частности, меня спас магнитик. Ну, вы догадались, почему и как он меня спас? Он мне примагнитил, во-первых, монетки. И я стал быстренько идти. Ехать, то есть. Да. А трасса-то большая. Ух ты. Чуть в огонь не упал. Во. Первое место. Да, смотри, там реально какая-то лава. Ух ты, уничтожила меня. Дальше едем. А, все. Первое место мы заняли. И остальное кубок пустыни. Ну что ж. Поехали, 29 тысяч монет у нас. Почти 130 тысяч монет. Я даже знаю, какую машинку я потом куплю. Очень даже хорошую. Тихо. Так, едем аккуратно. Смотри, какой-то чувак, что у него с лицом? Чего этого чувака с лицом? Какой-то странный, побитый какой-то. Опа, канистра. Thank you. И мы вырываемся вперед, и у нас победное первое место. Опа, идеальный старт. Вот это мне пустыня нравится. Отличненько. Вот это магнит, спасибо за магнитик. Прям очень хороший магнит. Так, здесь надо аккуратно. Так, канистра и победа. Первое место заняли. Идеальный старт. Угу, прыжочек. Скоро там очень много машинок будет нам открываться. После вот этих трасс. Главное нам здесь победить. И там будет прям куча-куча машинок новых. Видишь, с помощью магнита у меня очень много собирается денег. Есть! Уже 31 тысяча. 31 тысяча монет. Офигеть, круто. Давайте попробуем проедемся на этой машинке красненькой, которую я хочу купить. О, Джон Сиеста. Джонни Сиеста. Сейчас я тебя обгоню, наверное. Да. Обгоняем потихонечку. Все, оторвались мы от него. Едем в лидерах. Возможно, первое место займем все-таки. О, нет! Нет, он меня догоняет. А какого? Да какого фигли? Фигли какого? Где там уже будет финиш-то? Я хочу на финиш доехать. Быстрее. А, бензин не взяли. Да елки-палки. Ну, сейчас еще, если бензин закончится. О, нет, заканчивается бензин.
Доедем мы или нет? 46 метров осталось. 46 метров, ребята. Есть. Отлично. Давай доедем, доедем, доедем. Ух ты, это что за подлянка такая была? Да, ё-моё, где ж там финиш вонючий? Алло. Так, тихо, тихо. Ой, чуть головой не стукнулся. Ну, ё-моё. Ребята, это несправедливо. Когда же там будет финиш? Какое-то бесконечное пространство. А, Джонни Ценс-то сдох. Ух ты, ё-моё. Ладно. Ага. А теперь, видимо, мы, ребята, то, что наш противник умер, мы можем тут бесконечно ехать, да? Получается. Интересно, интересно. У меня бензин, правда, кончится. А где у меня второй? Где же бензобак? Так, где же он? Мы его проехали, что ли? Ага, 50 метров до бензобака. 40 метров. Давай, давай, пожалуйста, может быть, доедем. О, да! Мы взяли, взяли бензобачок. Все. Теперь едем. Ну, прикольная машинка, что я могу сказать? Ну, я бы еще прокачать. Было бы замечательно. О, это, интересно, максимальная, да, прокачанная машина? Нам дали поиграть, поиграться немножко. Поиграйся. Посмотри, как себя ведет. Супер прокачанная машина. О, чуть бошку не сломал. Так, бензик есть. Все, доезжаем до бензика, забираем. Да, тут не будет финиша. Это бесконечная игра. Тыкс, 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 тыкс. Ух ты, нифига себе подъемчик какой. А мы его очень легко проехали. Подъем. Вообще нам не страшен подъемчик этот. Так, главное тут не закосячиться. Нет, а, в огонь. И он умер сразу. Как жаль, как жаль. А вы выиграли. А, город. А, ну, давай попробуем в город. А, гонка. Поехали. Это тоже бесконечная будет игра, интересно, или нет? Вот вопрос. Сможем ли мы очень много проехать или нет? Ладно. Не едем. Да, это походу бесконечная карта. Ну, тогда можно не париться. Максимально проезжаем. Сколько можем проехать. Так, бензик есть. Так, Цесна уехала далеко. А, не Цесна, это суперкарс какой-то. Ну, ладненько. Ну, прикольная машинка, да. Это, видимо, прокачанная максимально. Максимально прокачанный джип. Американская мечта называется. Тачка. Очень, очень быстро едем. Правда. Так, а тот чувак что-то улетел уже далеко-далеко, да? Ну, явно где-то разобьется, правильно? Угу. О, он здесь разбился, слушай. Он не доехал. Не доехал. Что-то он очень сильно спешил. А тут спешить не нужно. Максимально аккуратненько нужно проехать. Сколько мы? 1700 метров, да, проехали? Топлива хватает. Все хорошо. Ехать не спеша надо.
О, здесь аккуратненько. Аккуратненько, проехали, проехали. Да, на таком красавце как бы не... Что ж ты не проедешь на таком красавчике. Разгон делаем. Опа. Ехай прямо. Ехай прямо называется. Да, мы дальше его проехали, слушай. Намного дальше. О, сюда заезжаем. Ну, здесь я ездил уже, чё смеяться. О чём можно говорить? Только прокачай машинку и всё. О нет! Разбились. К сожалению. Ну ладно. Сколько проехали, столько и проехали.